беспокоит ли вас, что на Камчатке сейчас птичий грипп и дефицит яиц в магазине? Ну, конечно, беспокоит. А как? У нас тут и, в принципе, продуктов-то не особо много. А когда такие важные продукты для жизни, конечно. Ну, яйца то, что отсутствуют, вообще не беспокоит. А птичий грипп, да, потому что маленькие дети, мало ли, где что подцепят, подхватят. Ну, в принципе, беспокоит, как любую хозяйку. Ну, я пока еще не ощутила отсутствие яиц в магазине, но вообще, конечно, беспокоит. Беспокоит, конечно, эта проблема, да, что птичий грипп. А яйца отсутствуют, да, я даже еще не смотрела. А уже успели закупиться яйцами? Да, купила. Много купили? 5 десятков. Но это я сразу в 9 утра приехала, пока еще ограничений не было. Нет. Боюсь. Очень боюсь. Ну, то есть не будете пока временно яйца? Нет. Нет, была старая партия еще. Ну, планируете вот сейчас покупать? Да, нужно просто понимать, как их обработать, и все, ничего страшного. Пока нет, пока дома есть. Ну, вы заметили, что яиц прям стало меньше? Честно, нет. Я по магазинам как-то на яйца сильно внимания не обращаю. Нет. Это не такой продукт, необходимый для нашей семьи. Нет, и не надо, мы подождем, пока птички перестанут болеть. Ну, я до этого покупала, поэтому пока у меня с этим проблем нет.